хотим вручить. Селищная рада не хочет дотримувати повестку, так мы уже ходим даже с видео, а то ваш секретарь, да, и как ее? Ладно, что секретарь не хочет вручать? Не хочет получать, почему, я задаю вопрос. Так, вот вам повесточка, это на 13.00 31 августа 2017 года по заяве Витошкиной. Ветошкиной, да. Вот здесь поставьте мне дату, как сегодня, когда вы получили. Сегодня у нас что? 09.08.2017. Это что, прям на камеру надо снимать? А после того, как секретарь отказалась, я думаю, на всякий случай надо снимать. Не думаю, что она отказалась. Так, напишите, что вы секретарь, ссылочная. Да. Она отказалась, у меня на видео есть. Я покажу. Ссылочная рада. Трамайте. Все, дякую. Вот у нас уже... Покажите, что отказала, что... Здрасте. Вот скажите мне, пожалуйста. Да. А чего вы повестки не принимаете из полевые подскоки? Да, вы женщина приняла, что вы их не берете? А? Прошу раз. Потому что они без права. Какие справа? Справа 2012 року. Вона у нас не знаходиться в архиві. Вам какая разница? Ви должны прийти и висказувати своє мнение в запереченнях, но не ей. Я? Как, да, не ви, юрист. Дивіться, я... Значит, получите, пожалуйста, повестку. Вот я вручаю, ми не говоримо, я зроблю копію справи. Получите, пожалуйста, повестку. Справу ви можете прийти, ваш юрист, можете прийти в суд. Я знакомиться. Это же абсолютно... Нигде... Без діла я приймати розписку не буду. Это повестка що... суда. Суд вас приглашает. Юрист, що відреагував на дану справу, він повинен мати поняття, про що там. Правильно, так от, що для этого надо сделать? Надо пойти в суд. Правильно, так пойти в суд и ознакомиться с делом. Правильно? Для того, чтобы ему ознакомиться... У меня немає повноважень приймати без справи таку розписку. Какую справу? Как она что, может справу взять с суда? Ну, люди не повинна бути, це ж їхня справа. Ні, то все, справа знаходиться в суді. Не знаю, у мене такі... Кто вам дал такое распоряжение? У мене не входить в мої посадові обов'язки приймати. Без справи судового... Какую справу в суді знаходиться? Получите, пожалуйста, повестку. Я не маю права на ній розписати. А, почему? А кто має право? Секретар або а ви хто? Заступник. Я діловод. Діловод? А так. Хто у вас секретар? Я не особа. Ви хто? Секретарь хто? Секретар Бордюжа Галина Миколаївна, виконуючий обов'язки. А вона є на місці? Вони, по-моєму, сьогодні нарада у Йополі на 9 числа, у них на 9 годин. На 9 годин, так? Да? Чи на 10, я не пам'ятаю. Ви не приймаєте, да? Ну, я не маю права, ми як на вас, як на діловод, я вам обіцяю, ви як на вас, як на діловод, да? Ми напишемо обов'язково жалобу, що ви нарушаєте порядок прийому документів із суду. От ми показуємо повістку, яку суд сьогодні вручив, дав. Так, ви тепер дослухайте мене. Я не являюся державним службовцем. Ви тут працюєте, не маєте права ніякого, розумієте? Деньги получаете? Я не держпосадовик. Хорошо, вы деньги получаете здесь? Я отримую зарплату. Ну так вы правильно. Я не маю права, потому что мой подпись не действенный. Пока я не вы, ну какая разница, держишь вы не держишь. Вы здесь работаете? Вы сотрудник поселковый? Ну, понимаете, бухгалтер тоже тут працює. Вона ну правильно, так, бухгалтеру другие функции. Правильно? У вас деловод принимать почту, приносить эти вот и получать ее. Регистрировать ее в журнале, правильно? Тогда мне должен повинен прийти заказный лист с правою, тогда я регистрирую. Какую справу? На жаль, у меня немає вам приміру, як належним чином Діопольський районний суд присилає нам документи. Это повестка, это не справа. Мы же, если бы она принесла вам ухвалу, да? Нет, послушайте меня. Если бы она вам принесла ухвалу. Я не юрист, це питання, напевно, не до мене. Я знаю, що я не реєструю без справи. А хто у вас це, що мені повинен... Юридичні послуги нам дає Сергій Лук'ян. Он здесь работает? Він на даний момент тут не знаходиться. Не знаходиться, да? Ні юриста, ні бордюжі, ні нікого, ні, да? Всі на Відіополі не вийшли. Хорошо, ми зафіксували, що ви не получаєте. Ні, я не отримую. Да, все, хорошо.